В ближайшее время токены P2PS будут выходить за пределы североамериканского континента и начнут использоваться на Ближнем Востоке, обеспечивая реально достижимый объем рынка в размере около 110 миллионов пользователей из 220 миллионов человек, которые составляют общий объем целевого рынка. Нынешними клиентами P2P Solutions Foundation являются в частности Electronic Learning, пионер в области электронного обучения, а также консорциум EC Group. Поскольку токен P2PS используется в сфере образования и обороны, в правительственных учреждениях, а также в банковском деле и финансах, он может быть внедрен для использования пользователями из Северной Америки, Европы, Австралии и Ближнего Востока. LE и EC также диверсифицируются на другие мировые рынки – в Европу, Южную Америку и Китай, обеспечивая тем самым токенам P2PS возможность более широкого проникновения на рынок.